Итак, всем привет. Это фокус и, соответственно, обучение ему, только уже нормальное обучение, фокус фигасибе.ру, фокус откат называется. Итак, что сейчас нам надо сделать? Сначала нам понадобится блокнот и обычная неподготовленная колода карт. Это не обучение, это я показываю фокус. Так, вот у нас зритель может убедиться в обычности карт, то есть никакого специального черное на нечерное там не делится. Есть, кстати, фокус такой, может быть, потом выложу. Сейчас мы разделим колоду примерно на две разные кучки. Ну, вот так вот как-то. Так, наверное, разные. Ладно. Вот. И зритель это должен делать, но у меня его нет, а буду делать я. Изначально я покажу, ну, что надо делать. Надо брать из одной стопки колоду, переворачивать и смешивать с другой колодой любым известным вам способом. Дальше мы можем отсюда также взять. Можно брать откуда угодно, карты из центра, снизу, там, вот, блин, плохо получилось. Из центра или снизу, или где хотите вообще можно брать. Но не суть важна, как можно мешать очень долго, сразу приступлю. Следующий показываю. Вот, у нас образовались две топки. Вот смотрите, у нас все, вот тут вот все карты разные, везде они все по-разному тут лежат. Сейчас попробую продемонстрировать это. Ну вот так они везде по-разному, правда, немного стрёмно получилось, но ладно. Смотрим. То есть, и внимание, обращаемся к нашему блокноту, предсказание наше, и что здесь написано? I'm sorry, I'm sorry. Здесь написано 23 карты. Что это значит? Сейчас объясняю. 23 карты будут лежать рубашкой вверх. То есть лицом вниз, рубашка вверх. Вот у меня так неудобно. Ладно, сейчас будем считать привязку. Один. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, так, 23. 23 карты лежат, внимание, кверх, простите, ну, рубашка вверх, ровно 23. Все, вот эта вот колода, тут больше нету карт, мы откладываем куда-нибудь, вот так. Дальше что мы сделаем? Мы докажем, зритель вообще все это должен делать. То есть он должен сам считать эти карты. Ну, честно, вот я считаю без обмана. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Вот. Дальше что мы делаем? Следующее предсказание. 11 черные. Так, 11 черных. Что это значит? В этой стопочке 11 черных карт имеется. Сейчас посчитаем. 1, 2, 3. Можно джокеров уберу, они не в счет. Вся колода получится черная. Вот. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 карт. Остальные вот все красные прошу. Дальше что мы сделаем? Обращаемся к следующему предсказанию. Сейчас, секунду. Выровняем карты. Так. Что у нас тут еще имеется у нас? У нас имеются цифры. Это значит, что они все цифры. И это так. Здесь вы не найдете никаких других цифр. Дальше что мы сделаем? Еще одно предсказание имеется. Они все, внимание, четные. Смотрим, я показываю колоду, да. Все. Сейчас я немного попробую как-нибудь. Сейчас. Можно прорисовать это немного. Пофиг. Вот. Четные. Объясню, что это значит сразу. Четные это все, которые делятся на 2. На 2. Вот. Считаем 10. Тут 4. Ну вот вы смотрите, я думаю, вам видно. Все карты делятся на. Вот, все. И внимание, что девятка, да,
сожалению, 9 дней делится на 2. Ну и на это у нас есть следующее объяснение. Что-что? Что-то не получилось? Да нет, вроде все получилось. 9 пики. Вот она единственная карта. Вот так вон видно. 9 пики. Единственная карта из всех. Нечетная. Дальше флеш-рояль. И что же у нас там? Даже 2. И флеш-рояль это у нас, внимание, в наших картах. Подальше берем. Вот наши красные карты из 23. Флеш-рояль и даже 2. Итак, пробуем разложить. Так, сейчас посмотрим, что у нас получится. Ага. Угу. Так. И вот у нас получились 2 флеш-рояля. То есть у нас идет одной масти. Десятка валет, дама, король, туз. Ну, в данном случае черви все. Вот. А что же у нас тут? Аналогично, только бубен. Это называется флеш-рояль. Отлично. А теперь в следующем видео, смотрите, ниже обучение. Оно немного легче и понятнее.